Каспийске в связи с проливными дождями в некоторых объектах города скопилась вода. В связи с этим представители Каспийского филиала «Единый оператор» провели мероприятие по откачке воды. Отметим, что подобные процедуры проводятся филиалом регулярно при различных погодных обстоятельствах. В связи с вчерашними дождями, сегодняшними дождями пришли на улицу Халилова, 12, перед магазином гастрономом «Вас Престиж», откачиваем воду и идем дальше в сторону МЧС. Вот здесь воду откачиваем, выливаем. Стоит подчеркнуть, что ведутся работы бригадами «Единый оператор» с раннего утра. А также после откачки воды бочки машины будут опустошены в специальные резервуары. А с утра мы вот так вот по городу ездим, все лужи откачиваем, где сильно больше вот этого скопления воды. Есть еще одна бригада. Мы здесь работаем, другие работают на другой бригаде, на других улицах. И вот так нам дали сегодня участок, вот это Халилова, Ленина, вот здесь откачиваем. Выливаем, а так занимаемся, работаем. Отметим, что в течение дня бригады будут работать по всему городу.